В Тюмени выявили второй случай заражения коронавирусом. Заболел житель областной столицы, который принимал участие в международной конференции. Сейчас мужчина находится в изолированном боксе инфекционной больницы и чувствует себя хорошо. Уже второй случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Сургуте. Пациент госпитализирован. Напомню, что сейчас в России зафиксировано 438 случаев заражения, 17 человек выздоровели. Тем временем в Тюмени закончился карантин для 15 человек. Это те, кто находился под наблюдением после контакта с первым заболевшим коронавирусом тюменцем. Пациенты чувствовали себя хорошо. Отрицательные результаты показали и анализы, которые были взяты несколько раз. После двухнедельного карантина люди отправились домой. 14 дней достаточно, чтобы исключить все риски. Как сообщают в Роспотребнадзоре, средний инкубационный период заболевания, вызванный коронавирусом, около 5 дней. У 97% людей с симптомами COVID-19 болезнь проявилась в течение 11 суток, поэтому двухнедельный карантинный период – разумная мера предосторожности.